Всем привет, с вами я, Саша, и сегодня нам для моего опыта понадобится тарелочка и новинка. Вот такие вот киндеры я сегодня буду распаковывать. А также продолжаю распаковывать стикер. Кстати, головоломка новая. А кто хочет, я не предупредил, может закрыть уши. Он сдулся в маленькую дырочку. Ух ты, там какой-то... Это ёжик. А, открыть теперь надо. А, вот открывай. Ух ты, красненький. Кто это? Я в шоке. Ладно, второй. Ну-ка, где? А это этот. Оскар. Это Оскар. Его так зовут. Оскар такой. Если кто-то хочет мне что-то сказать, потому что ты повторка. Повторка для кошка. Для кошка повторка. Да-да-да-да. Ой. Вот такой да-да-дамчик. И сейчас будет бабамчик. Вот такой да-да-дамчик. Не везет. Не повторка, это этот. Ой. Это Мигайло. Мигайло. Оскар. Вот, посмотрите. Оскара сюда. Он редкий такой. И Мигайло сюда. А вот дракош у меня вот такой вот уже есть. А теперь Kinder Surprise. 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 Kinder Surprise. Kinder Surprise. Упаковку можно рвать. Смотрите, не смотрите. Тут печалька. Открыл радость, попалась печаль. Навсегда печально. Печаль, всегда печаль. Также есть вот такая, ой, коллекция. Вот такая вот коллекция огромная. Вот такая вот. Обязательно надо пробовать. Без такого, без пробования никак. Так. И кто тут? И кто тут у нас? А тут пакетик с брезгливостью. Ладно, надо так. Да, брезгливость. С
завтра понесу в школу. Это затирачка. Это затирачка, супер затирачка. Все, завтра в школу пойду с этой штучкой. Подписывайтесь на мой канал. С вами был я. Подписывайтесь на мой канал. Вот такие были со мной друзья. Лайк. Подписка.